Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Дима Дмитренко пригласил Катю Кауфман, которая недавно прилетела на поляну, на первое свидание в кино. «Оно удалось на славу», – пишет Дима. «Узнали друг друга поближе, а к чему все это приведет, покажет только время. И почему мы раньше не виделись? Наверное, потому что я думал, что принцессы есть только в сказке, а они, оказывается, есть и в жизни. Красивая фигура, очаровательный взгляд, блестящий ум, солнечная улыбка – это все ты. Спасибо тебе за то, что ты есть». И пока Дима пишет комплименты Кате, его опередил Илья Ебаров. Он опубликовал видео, в котором целуется с Кауфман. «Так тоже бывает», – подписал он видео. Глеб Жемчиков посетил своего пластического хирурга. Во время первой операции он потерял 6 килограмм, это только во время операции. Столько же уйдут в ближайший месяц. А через месяц Глеба ждет еще одна операция – моделирование живота и пресса. Ира Пинчук окончательно упала в глазах фанатов и своих коллег по проекту. Стали известны подробности ее отношений с Сашей Задойновым. Как вы помните, она поругалась с Ваней и отправилась за утешением к Саше, который в то время поссорился с Мадиной Кузаевой. И они утешили друг друга, причем девушка постаралась орально удовлетворить парня. Вот что девушка пишет. «Я сейчас сижу в огромной луже грязи. Мы с Сашей только целовались, и как бы вам ни казалось, что там был интим, но его не было, клянусь. Мы попробовали с Сашей отношения, но это длилось буквально 2 дня. Мне этого времени хватило, чтобы понять, кого я хочу видеть рядом с собой. Я дико скучала по Ванечке, мне не хватало его обниманий. Душа рвалась к нему. Я попросила прощения у Вани и закончила отношения с Сашей. Все совершают ошибки, я человек, а не кусок мяса. Прошу понять и простить. Прекратите писать мне гадости, а то либо придется каждого блокировать, либо удалиться из социальных сетей». По последней информации, Ваня отказался от Иры. Он обратил свое внимание на Лизу Полыгалову. Марина Мексика приготовила сюрприз для Саши Задойнова. Она пишет: «Как вы знаете, сейчас идет неделя «Удиви меня». Я долго думала, что же такого придумать. Как вам?» Фанаты приходят в ужас от эфиров с участием Оли и Глеба Жемчуговых. Сцена, попавшая в эфир, шокировала зрителей. Жемчуговы устроили безобразный скандал с матом при сыне. И фанаты требуют обезопасить от подобных сцен Мишу. Такое поведение родителей уже наверняка сказалось на психике ребенка, который в свои годы и 7 месяцев даже не пытается произносить первые слова. Татьяна Владимировна Африкантова с мужем продолжают отдыхать в Сочи. Они встречаются и общаются с поклонниками Дома-2. «Нас с Александром узнают, любят и ждут на Дом-2. Семья Африкантовых лучшая», – пишет Татьяна Владимировна. Ее подписчики не могли не заметить, как ее муж обнимает других женщин. Муж Ольги Бузовой Дима Тарасов поделился снимком, который вызвал у его подписчиков недоумение. Он сфотографировался в компании детей на фоне обнаженной жены. Видимо, Бузова и Тарасов не видят ничего плохого в том, что пикантные фотографии могут увидеть несовершеннолетние. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.